Два медицинских учреждения открыли в Табасаранском районе. Врачебную амбулаторию в селении Марага построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В новом здании расположились несколько врачебных кабинетов, лаборатория, смотровые, подведены все необходимые коммуникации. Еще один объект – модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его открыли в селе Новое Лидже. Это один из пяти типовых модульных ФАПов, построенных в населенных пунктах Табасаранского района за последний год. По словам главы регионального Минздрава, наличие современных ФАПов в отдаленных районах и селах важно для повышения качества и доступности медицинской помощи, усиления профилактической работы. Очень важно, что именно правительством Российской Федерации, президентом страны было обращено внимание именно на сельское здравоохранение, на сельских жителей, которые должны получать эту медицинскую помощь в тех условиях, в которых получают ее, в том числе и жители города.